Меня зовут Шалгас Али. Работаю на должности дежурной на электростанции. В мои обязанности входят обход этой станции, мониторинг SCADA программы с компьютера. Я люблю свою работу. Нравится мне то, что не надо постоянно сидеть в офисе. Свежий воздух. Обход надо совершать практически каждый день. Оборудование, которое у нас стоит, это называется метеостанция. С ее помощью мы берем данные расположения Солнца, сколько излучаемости солнечной, потому что выработка энергии зависит от ясности и от температуры погоды. На этой электрическом мотоцикле езжу очень много, потому что у нас территория большая, 270 гектаров, это несколько сотен футбольных полей. Солнечная электростанция 150 раз выгоднее, чем выращивать пшеницу на такой же территории. Я решил выбрать эту профессию, потому что это профессия будущего. Я учился в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий. А потом закончил Казахский университет путей и сообщения. Все у нас в коллективе дружелюбные. 4 человека, мы друг друга дополняем. Я ценю в людях качество держать свое слово. Я сам держу свое слово в любых ситуациях. Мой отец был водителем грузовой машины, а мама – воспитательница в детском саду и библиотекарем. Мои родители гордятся мной. Когда мне родители это говорят, я чувствую то, что я оправдал их надежду. Это, конечно же, приятно. Чтобы добиться успеха, по моему мнению, нужно улучшать себя и узнавать больше о том, что вы хотите реализовать в жизни. Я хочу поехать в Японию, в Германию, чтобы получить новые навыки об источниках альтернативной энергии. Казахстан, во-первых, это родина. Казахшылап айтканда киндик канын тамган жер дейди. Там, где я родился, там, где жили мои предки. То место, где ты можешь в любой момент отдать свою душу. Жизнь имеется в виду. Мечтаю иметь очень много знаний и стать казахстанским Илоном Маском.